будто за окном дикие звери. Лучше от них держаться подальше. Свою температуру каждый раз померяешь, как только почувствуешь позывы кашля. Как будто бы ты на другой планете, и за пределами дома пустыня. Заходишь в скафандре и в гермопакете, пельмени, лимон и 2 апельсина. Как будто дышать стало легче. И воздух чист, как кристалл. Но только не тем, кого лечат, и не тому, кто с ними дышал. Как будто бы враг у наших границ, и над головою шумит истребитель. Врач достает из сумки шприц, и все это видит зритель. Как будто бы снова звучит речь диктора. Ходить по одной стороне улицы. И мир поражен излучением реликтовым, недугом, что в палеозое разгуливал. Тогда эти твари и зародились, стреляя, как пулями своим ДНК, в кровь и пот другим живым впились, ни на минуту не уснув у станка. Как будто бы мне все это приснилось. Развеется грезы наверняка. Да только в городе что-то случилось. Какая-то тихая, жуткая тоска. Но греет в сердцах пламя надежды, что все это отдых для новых побед. Своих родных успокойте, утешьте. Ведь каждый закат сменяет рассвет. Как будто близко уже лето. И день, когда в толпе народа не передаст угрозу порыв ветра. И в радость станут слезы небосвода.